мой! Сын мой с гастролей вернулся! Теперь ты настоящий музыкант! Дай я обниму тебя! Мама! Я давно говорил, в семье Гамлета Арутюнова дети будут настоящими Мамуля! Музыкантами! Офелия! Мам! Офелия, сын наш вернулся с гастролей! Сынок, ну похудел как! Надо на рынок за мясом сходить. Правильно. А у меня тесто подходит. Так. Так, я схожу, мама. Не-не, я пойду на рынок. Нет, рынок это женское дело. Сходи. Все, иду. Ты свинину от говядины отличишь? Ай, и так нам тяжело жилось. Ну вот еще напасть. Какой-то фраер вдруг всем объявил, что мясо вредно. И началось! Свободных мест на рынке, где встречают нас события, а те, кто мясо ест и кто не ест, не смогут избежать кровопролития. Здравствуйте, а это мясо чье? Мое. А, нет, я в смысле, это... Это свинина или говядина? Свинина, конечно. Да? Я вижу, да, это свинина. А сколько стоит? 60. А, спасибо. 50. Да? Сейчас. Подождите, куда-то я деньги подевала. Денежку потеряла. Ой. Ой. Ой, я совсем забыла. Ой, я совсем забыла. Убликсы на денежку. Волчий нюх. Что такое? Есть гири? Вон твои гири идут. Валя. Почему? Три. Что значит три? Три? Тогда еще тридцатник. Почему? Девушка, потому что свинина у нас по 60. Так, проходим отсюда. Проходи. Пошла. Так, берем свинину без костей, без жил. Без костей, без жил. Что ты за человек? Мы с родителями из-за этого мяса жизнь свою гробим. А ты готов все раздать? Так давай, раздавай, режьте, берите, рубите. Вальтер, не переживай. Мы сделаем из Васи человека.
На рынке быстро учатся, как в армии. Или на зоне. Блихса! Блихса, я не могу больше, не могу. 2 года уже. Пойдем покурим. Чтоб не продавал, ты понял? Чтоб мясо больше не продавал, тюлень. Господи, нас 160 грамм обвесили. Ой, какие некультурные люди. Даже в нотную бумагу завернули. Так, я пойду на рынок и докажу им. Что ты им что? Докажешь? Что нельзя обманывать мою сестру? Правильно. Правильно. Молодец, сиди. Сиди. Она должна сама это сделать. Мама, ну как я это сделаю? Подожди. Как? Очень просто. Придешь к этим нечестным людям с этим мясом и скажешь, что они тебя обвесили. Мама, я не умею. Не умею. Подожди. А я не умею, я не умею. Ты посмотри на нее, мама. Я не умею. Кариночка, пора учиться. Пора. Я тоже могла сейчас петь в Большом театре. Музыка музыкой, Кариночка, но скоро ты выйдешь замуж. Мама! Подожди. И вот тогда мамы под боком уже не будет, а мужу не объявит. Мама, я прошу тебя! Так. Ну, Карин! Молодец. Карина, да! Люба! А что, занятия не будет, нет? Так, Люба, послушай. Очень хорошо, Люба. А, послушай, ты не могла бы прийти через час, Люба? Да у вас руки все в крови. Как? Где? Вот здесь, там. Это мясо. 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 Я терпеть не могу мясо. Да? Ты вегетарианка? Нет. Я просто мясо не люблю. Я, кажется, тоже. Беспроигрышная лотерея Ростов-Папа. Самый большой приз – поездка на итальянский курорт Анталия. Самый маленький приз – другой билет. Тяните билет. За билетом пришли? Тяните свое счастье. Так. Один билет, пожалуйста. Тяните! Ну и что тут за цифры? Сейчас посмотрим. Так, тройка, семерка, так, шестерка. О, поздравляю вас! Вы выиграли главный приз! Поездка на итальянский курорт Анталия! На двоих? А я одна! И мне не надо сейчас в Анталию, я вот с мясом. Слушайте, девушка, подождите, значит так, вам надо пойти вот по этому вот адресочку, заплатить за билеты. Как? Ну я же выиграла! Вы выиграли путевку, а заплатить надо за билет. Я ничего не понимаю. А что тут понимать-то? Эй! Лететь надо! А вот и девушка пробовала месяца. Вася, тебе идет. Здравствуйте. Здравствуйте. А, девушка, вы знаете, как его зовут? Вы не знаете! Вы не знаете, как его... Его зовут... Вася. Василий Иванович Потапенко. А вас как зовут? Карина. Карина. Ну, я хотела... Вы... Я... Что? Ну, это... Что? А мясо еще? Я... Вот хороший кусочек. Нет, спасибо. Тут... У меня. Мама... Что с мамой? Ничего. Просто... Мама, она сказала, что... Мама сказала, что... Что? Да вы меня обвесили! Что? Нет. Васька! Вот деньги, возьмите. Ты что там вытворяешь, а? На Вальку не обижайтесь, она не злая. Валята! Какие люди встречаются на нашем жизненном пути. Ты, девочка, наверное, шла в библиотеку и в папыха свернула на базар. Ай! Но тут уже звучат другие песни. Ха! Обвесили, насколько, кто посмел? Любой. Эй, ломбада! Оп! Девушка, Карин! Подождите, вы не обижаетесь?
обижайтесь на них. Они хорошие. Извините, а что вам нужно от моей сестры? Деньги. Какие деньги? Деньги я хотел. Вот эти деньги, да? Не нужны нам их кровавые деньги. Нам вообще от вас ничего нет. Нам вообще от вас ничего не нужно. Вы вот пойте. Веселитесь. Мы по разную сторону прилавка, молодой человек. До свидания. Вот. Возьмите бумаги лучше. Какие бумаги? Ну подожди, что ты делаешь? Бумаги. Пойте, веселитесь. До свидания. Идем, Карина. Идем. Идем, сказал. Шли по городу две свинки. Шли на рынок не спеша. Каждая несла корзинку и... И бутылку портвейна! Ты чё, а? Иди! Тебя вон твое богатство ждет. Мама, это я бросил в лицо этим бессовестным торгашам их поганое мясо. Ну что, вегетарианец? Да. Значит, не любишь торгашей? Не люблю. Ну, а если бы мы с отцом были кем-нибудь вроде торгашей или еще хуже? Мам, ну что ты говоришь? И у нас певица. Я пела последний раз, когда ты еще не родился. У меня и голос давно пропал. Нет, сынок, я не певица, я домохозяйка. Так ваш отец решил. Да. Ну, а папа? Он-то кто? Мой отец. Достойный человек. Ну, не музыкант, правда. Но он был главным инженером. Был? Был. А! Люба пришла. Спокойно. Я открою. Мам! Но она опять все перепутала. Она вечно все путает. Она влипает в всякие истории. Тоже мне. Рихтер называется. Ей нужен белый рояль. Мечтает о белом рояле. Она хочет белый рояль, да? С детства мечтает. Любочка, что же теперь делать? Мама! Я знаю, что делать. Все. Люба, а чем вы должны были заниматься с Кариной? Что вы должны были выучить? Этюд Шопена. Прекрасно. Прекрасно. Люба, если вы не против, я готов с вами немножко позаниматься. Где? Здесь. Птичка. Можно вот... Вот рояль. Садитесь за рояль. Да не бойтесь вы. Ничего не бойтесь. Ваши пальцы пахнут веером. Гадом буду, это целого быка кушать. Это так заберет. Я его знаю. Это Арташес. Может, барашку возьмем? Все-таки к невесте идем. Раньше всегда барашку брали. А? Все для вас. Ну что, берем? А? Сколько? Еще два раза. Уже гораздо лучше. Хорошо. Люба. Люба. А, да. Еще два раза. И... Валя! А ты песню про свинок знаешь? Легко на сердце, а свинки тяжелые. Не знаю, ну говори, какая песня, давай. Я конца не помню. Ну ты сначала давай. Давай. Шли по городу две свинки. Хорошо. Шли на рынок, не спеша. Каждая несла корзинку. Так. Ну? Ну что дальше-то, господи? А дальше я не помню. Каждая несла корзинку. Эх, для мужа алкаша. Пап, ну какое сватовство? Уже и так позатянули. Все, я устала, иду спать. Но ты мне не ответила. Спокойной ночи. Я тебя предупреждала, Гамлет.
моя дочь так легко не согласится. А я понимаю ее. Арташес, ну, конечно, он как брат. Но он торгаш. Ты опять? Наш сын ненавидит торгашей. Гамлет, наш мальчик вырос. И пора ему узнать кое-что. Не бойся, Гамлет, говори! Я не боюсь. Есть многое на свете, дети, о чем родители хотели бы молчать. Давай. Послушай, сын, твой отец не инженер, не главный инженер. Твой отец торгаш, барыга. Спекулянт! Отец твой цеховик! Браво, Гамлет! Так и что, ты никогда не учился в Москве? Учился. Год один. Потом меня прогнали. Тебя? Да. За то, что торговал пластинками фирменными. Меня поймали, арестовали и выгнали из института. Да. И я в Ростов вернулся. Без денег, без работы, без надежд. Мы шили плащи Болоньи, туфли лодочки, джинсы, потом костюмы Адидас. И я сделал карьеру, подпольную карьеру. Мне больше нечего сказать. Что, сынок, стыдно? Вот ведь беда. Отец торгаш. Мама, не говори так. Это правда. Нет, папа. Ты не спекулянт. Ты не барыга. Не торгаш. Ты великий человек, папа. Ты нес добро людям. Ты шил для них вещи, фирменные вещи, папа. А я-то думал, почему у нас на кухне так много было кожи? Почему она так воняла, папа? Зато денежки не воняли. Офелия. Послушай-ка, сынок. Тебе я это рассказал, ты все-таки мужчина. Я не хочу, чтобы Карина... Ну, что ты? Что ты? Я ей ничего не скажу. Ты всегда будешь для нас главным инженером. Я клянусь. Шли по городу две свинки, шли на рынок не спеша. Каждая несла корзинку и тра-та-та-та-та-та. Шли по городу две свинки, шли на рынок. Карина! Кто это? Это я, Василий Потапенко, мясник с рынка. Карина! Откуда вы здесь взялись? А я песню услышал. Про свинину. Василий, я не могу. Откуда столько собак? Они всегда за мной ходят. Все. Уходите, Василий. Понимаете? Собаки ужасно лают. Сейчас придет директор. Тихо! А на чем остановились? Да, песенка про свинину, про свинок. 3-4. Шли по городу, две свинки шли на рынок не спеша. Каждая несла корзинку и... Кто это? Это мясник. А можно я влезу? Ну теперь уж влезайте уж. И сразу выходите. Через дверь.
Николай у нас под окнами. А это кто? Карина Гамлетовна, а что делает мясник у вас на занятиях? Валентина Александровна... Куда? В окно! Мешок нес костями. Сюда? Не, я его на улице оставил. Пойдемте лучше, поможете мне рояль подвинуть. Ладно. А куда? Куда-куда? Да ну поставь их куда-нибудь. Нет, подожди. Лучше вот эти, они понарядные. Гамлет. Гамлет, ну как все не вовремя? Я ничего не успеваю. Уже давно было пора. 5 лет он ждет. Не любит она его, не любит. Да, но такой жених, как Арташес, меня ты тоже поначалу не любила. Но ты так ухаживал. Ой, посмотри. Трещина, вот беда. А? Это же нам на свадьбу подарили, помнишь? Дядя Арсен. Нет, это тетя Татевик. Твоя тетя Татевик подарила нам 25 рублей в конверте. Я это прекрасно помню. Этот ваш мясник мастер на все руки. Где вы его нашли? На рынке. Он починил мою настольную лампу. Потом сделал мне кран, но который в туалете все время тек. А пусть он теперь все время приходит вместе с собачками. А я думала, вы только мясо рубить умеете, а вы еще и лампы какие-то. Ну я же закончил техникум. Какой? Связи. А мясо это что же? А это с детства. А. Я же из деревни. Да? У меня отец всю скотину забивал. К нему из соседних сел приезжали. Кто приезжал? Коровы, свиньи. И что, сами приезжали? Да нет, не сами. А я вот в театре концертмейстером подрабатываю. А вы были в театре? Ну давай уже прикури, господи. Мне такого и надо было. Знаешь, чтобы отмыть, и чтобы человека сделать. И чтобы от меня ни на шаг. А то мой первый муж. Первый муж? Первый муж. Да, что ты смотришь так? Первый муж Блекса. Был у меня первый... Слушай, ты только Ваське... Смотри, Ваське не скажи. Полон цирк, и жду все представления. Толпа кипит, куда ни глянь. И весь народ в страшном волнении. Говор и крик, а подчас не спорь и брань. То восторг, и окрос дрожится. Каждый крой обвиняет всех. Судьба... Вот так. Был у меня муж первый, Петенька. Серьезный человек, фирма своя. Знаешь, как я полюбила? Ну чего ты? Любила, Бликс, любила, как боялась. Ну и куда ж он подевался? А посадили. Только не спрашивай, за что. Дружки сволочи стали. Мы же тогда в Москве жили. У нас, знаешь, все было, все. У меня свои машины, шофер. Наливай давай, наливай. О! Петя. Мы тогда тут это... В Ростове познакомились. Он сам-то из Таганрога. Ему 30-ник, а мне 17. Знаешь, у меня так на первое свидание вот такой букет роз. И вот эту шкатулку. Шкатулка. Thank you.
шкатулку полную золота. Ой, Блекса, сколько там золота было? Ты не подумаешь, что это на вашем рынке такая. Мне приодеть. Я буду не хуже, чем это ваша. Ну, как ее зовут? Ну, на помело похоже. Помело Андерсон. А потом... Все разом. Ну, Арташезик, покушай. Офелия Акоповна, без Карины мы не будем. Правильно. Она сейчас придет. Немного опоздала. Немного. Половина восьмого, девочки нет. Нет, когда она выйдет за меня замуж, такого не будет. Она у меня будет кататься, как сыр в мясе. В масле. Корадор смелее. Корадор, корадор. Знай, что испажучие глаза на тебя смотрят страстно и ждет тебя любовь. Встретила этого тюленя. Года два назад. Думала, о, то, что нужно. А нужно мне было Бликса. Петьку забыть. Я ж к нему ни разу не ездила. Ни разу. А не могла, понимаешь? Я думала, увижу его за решеткой. И помру. Ну, Ваську на рынок привела, а була одела. Васька теперь мой, что ты, мой собственный. Да, пора уже в ЗАГС с мужиком идти. А как? Как? Мне же с Петькой-то развестись надо. Господи, тошно как. Включи мне что-нибудь. Ну, включи мне что-нибудь. Нет. Включи мне что-нибудь. Интересно, а что потом с быками делают? С какими быками? Ну, с теми, которых Торадор убивают. А? А я никогда не думала, а что? Не, ну такая туша. С ней надо что-то делать. Ну, что делать? Да куда еще звонить? И Карена как назло нет. Может, она у вас что-то не поняла? Она же у вас старанай-най-най-тирин-тирин-най. Даже если не поняла, все равно должна была быть уже дома. Или позвонить. А может быть, я возьму? Нет, я мать. А я отец. Что? Арташезу? Мам, скажите ему, что я на работе я. Здесь никого нет! Ну, продолжай. А тебе интересно? Да. О чем мы? А про то, что с быками делают. Ага, ну вот, значит, корова. Ага. Там есть бачок, завиток, серединка, челошка и сек. Смешные какие названия. Ничего смешного, так у нас в деревне все называют. А где мясо? В холодильнике. Принеси. Принеси. А гузок? Нет, нет, лучше сек. Сек! Несу! Сейчас устрою. Ты видел, с каким лицом Арташес уходил? Я видел все и даже больше. Но с Кариной сам поговорю. И не сегодня. Завтра. Нет. Сегодня. Сейчас. Ну, хорошо. Давай. А мы не очень будем шуметь. Возьми вот здесь. Ой. Чуть-чуть.
чуть выше. 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 Так. Что-то он. Он как-то большеват как-то. Ничего. А? Поднимай. Поднимаю. Теперь главное сделать замах. Замах. От плеча. А! Ну давай. Плечо. Пошло. Плечо. Еще. Сейчас. И еще. Ну, ну что? Да как? Может, довольно? Нет, еще. Шли по городу. Ох, две свинки шли на рынок. Не спеша, каждая несла, несла. Устала? Ага. Да, я попробую. А ты умеешь? Ну, конечно. Надо же когда-то учиться. Это... Самое главное, правильно губы поставить. А? Надо, губы? Чтобы... Да. Надо, чтобы нижняя губа была немножко поджата, а верхняя, она очень спокойно ложится на... А что ты мясо-то не ешь? Терпеть не могу мясо. Угу. А почему? Потому что у меня в семье сплошное мясо. Чего? Ничего. Говорю, вся семья на рынке мяса торгует. Где? Вот здесь, в мясном павильоне. И мама, и сестра только. Мама больная совсем. Она за прилавком не стоит. А сестра стоит. Стоит, ага. Она мне по маме сестра. Ее Валя зовут. Валя ее зовут. Валя. Валентина. Валентина. А, Карен. Люба. 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 Значит, она сестра твоей жены? Как странно. А что странного? Так все закрутилось. А я думаю, что это когда Люба ко мне приходит, Карен всегда вокруг ходит. А твоя Валя? Она хорошая? Хорошая, только глупая какая-то. Какая? Ну, дурная. Но хорошая. Хорошая. Харе Кришна, Харе Кришна. Открой! Открой! Сейчас же дверь открой! Да я просто не люблю его, и все! Что тебе мешает? Я не могу понять! Папа! Ну что мы как в кино каком-то индийском? Арташес нам родной! Да, дочка, он нам родной! Мне родной! И тебе родной тоже! И вам друг от друга уже никуда не деться! Папа, ну что ты такое говоришь? И потом надо быть просто благодарным! Да я ему как благодарна! Как только я вышел на пенсию, нам все время помогает Арташес! Он у нас вообще молодец! Если бы не он... Мы бы умерли с голоду. Нет, мы жили бы, но по-другому. Да я ему благодарна, папа, благодарна. Он купит тебе белый рояль. Папа. У меня совсем другой человек. Кто же он? Только ты не смейся. Мне не до смеха. Он мясник. Что? Доработал? Ну иди куда хочешь. И живи где хочешь. Хоть, блин, в опере.
Но работать ты будешь. Ты, блин, мне все бабки отработаешь, что я в тебя вложила. Все. Одела его, обула, умыла. Он какого раскормила. Все бабки мне отработаешь. Ты понял? Я все понял. Ты, дочь моя, так остроумно пошутила. Нет, Гамлет. Она не шутит. Папа, папа, я не шучу. А как его зовут? Вася. Ты откуда? А ты куда? Я? Я не знаю. Хотя я тебя ищу. Да? А это что? Что это такое? Ты меня, Валька, из дома выгнала. Как? Выгнала? Да. Да? А ты же говорил... Она хорошая? Она? Да. Хорошая. Ну, кто так спросит? Почему же она тебя выгнала? Да так. Как так? Я же на оперу ходил. Да, ходил. И что, за это выгонять? Не за это. Ну, в общем, она все сделала правильно. Правильно? Она всегда все делает правильно. Да. Твоя Валя, она... Послушай. Пойдем к тебе. А? Она на рынок. Послушай, там никого нет, да? Пойдем. Я люблю тебя! Вальтер! Вальтер! Ну ты же выгнала его куда подальше! А зачем он пошел? Вальтер, ну ты сложная в своей натуре. Ну хорошо, найдешь его, и что дальше? Да что, чтоб домой пришел? Ой, ой, пойдет! Пойдет ты, пойдет! Не надо! Тебе гулять по дому или где еще, а? Вальтер, тебе не привыкать терять. Да, давай возьмем пивка и посидим вдвоем, как два капитана. Вальтер. Брикса, посидим! Вот верну домой и посидим! Да, вдвоем! Я не согласен. Третий, лишний. Ну что ты говоришь, Брикс? Ну ты должен меня понять, ну понимаешь? Бешусь я, бешусь! 2 года мы жили как люди. Вальтер. 2 года, блин. А он теперь сквозь пальцы, Васька, просачивается. Я не могу. А по мне так пусть скользит. Нам что? Скучно с тобой? Без него. Вальтер, пойдем обратно. Я думаю, ничего у нас с тобой не выйдет. Валя твоя беспокоится. Так что возвращайся, а она... Она только рада будет. Да не могу я. Ну почему? Возвращайся. А ты? Я? И мне домой пора. Угу. Я выйду замуж. За Арташеза. Ты же сказала, что его не любишь. Да. Не люблю. Но, может быть, мама с папой правы. Он меня любит. Но ты его не любишь? А ты свою Валю любишь? Не. То есть... Люблю, но... Понимаешь... Не так, чтобы любить. А как? А вот так, чтобы... Ну как?
Да не могу я ничего объяснить. Это ты умная. А я вон с Коляном и Арканом рубить да пить. Послушай, когда у вас с Валей будут дети, приводите их ко мне в школу. Я их музыке научу. А хочешь, я тебе кое-что подарю. Сейчас. Вот. Путевка в Анталию. Я выиграла. Она на двоих? Вот вы с Валей и отдохнете. Только надо за билет заплатить. Держи. Бери. Вот. Вася! Ну что, Вася, хана тебе? Кто же это тут нашего тюленя захмутал? А? Валя, заглохни, а! Где? Ну? И кто ж ты такая, блин, а? Кто ж ты такая? О, подожди, так это та, что насчет места гуляла, а? Да! А вы меня обвесили! И что? Валя, заглохни! Пожалуйста, пойдем домой, а? Что? Да нет у тебя дома, понял? А, нет! Нет, уйди! И как же тебя зовут? А, как тебя зовут? Карина! А для вас Карина Гамлетовна Арутюнова. Ты, Арташезик, не горячись. Она же, знаешь, у нас какая. Вечно выдумывает себе чего-нибудь. Он, Гамлет, весь день лежит. Прийти в себя не может. Но еще месяц подождем. Подождем. Пойду я. Значит, Вася. С рынка. Мальчики! Ай! А ну давай, пошла! Отсюда, к своему жениху. Мы же уже вчера все решили. Но я решила по-другому. Так, Вася. Василий. Иди. Василий. Вася! Да отстаньте от меня со своим мясом! Ты что, в деревне Кошкина, что ли, прорезалась? Вася, решай. Я тебя отмыла, и я тебя и убью. Решай, Вася. А я это решил. Вася! Валентина! Что? Петя! Петенька! Я сейчас упаду! Валентина, я тебя ищу по всей стране, а ты вон где? А? Валентина! Да! Может, поцелуешь? Да! Петя! Петь, господи, а как же ты? Отпущен по амнистии на 3 года раньше. Я тебя давно уже ищу. А ты почему не приезжала? А я хотела. Я собиралась. Я просто... Да ладно. Я просто... Слава Богу, Люба твоя нашла меня в Москве. Да. А в Ростов зачем приехала? А куда же мне было возвращаться? Все конфисковали, Петенька. Ну ладно, пошли. Пошли. Ой, а у меня ж тут... Что? А ну это мясо. Перестань. Ты совсем здесь одичала. Я одичала. Я так одичала. Я ж думала, все. Петя. Успокойся. Будем жить, как раньше. А почему же ты молчала про этого Петю? Ну, все-таки Валя мне сестра.
А муж в тюрьме. Как-то некрасиво. Совсем некрасиво. А ты что, тоже ничего не знал? Откуда? Вася. Карин. Валя. Петя. Валя. Петенька. Валя. Петя, куда мы поедем? В Москву, Валя, там у меня новый офис. Ну что, опять цветные металлы? Нет, Валя, нефть, нефть, Валя. Едем быстрее. Едем. Валя, только если еще раз твой отец... Боиня. Вот это номер, чтоб я помер. А я уже думал, заживем. Ладно, перейдем к другим рядам. Где зелень, мелень, огурцы. Давно я думал о диете вегетарианской. Укроп, сказали вы, прекрасно. В нем столько разных витамин. Дыня. Одно название чего стоит? Петрушка. Сам я как петрушка. У тестя четвероюродного дяди моего был такой любимый тост. Ой, знали мы этот тост. Это другой, ты путаешь. Ничего я не путаю. Дай мне сказать. Арташес. Ну что, испугались? Не бойтесь. Я пришел вас поздравить! Это еще не все. Вот мой маленький подарок. Рояль белый! Я всегда о нем мечтала. Карина Джан, а сыграй что-нибудь такое веселое. Кого? Шопена? Не, конечно, что-нибудь солиднее. Про свинок. Ну, каких свинок? Ты это песни Карины. Я никак не могу ее до конца дослушать. Просим! Ну ладно, просим! Просим, Карина! Просим! Просим! Просим, Карина! Просим, Карина! Карина! Давай! Три, четыре! По городу две свитки шли на рынок, не спеша. Каждая несла корзинку. В ней лежали три ботинка. И? И вдобавок две картинки. И? И кусочек осетринки. И? И грудастая блондинка. И? И грудинки половинка. Денег нету, ни гроша, но... Поет, поет душа. Шли по городу две свинки, шли пошли, 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 пошли на рынок не спеша. Шли по городу две свинки, шли по городу две свинки, шли пошли, 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 пошли на рынок.